Я к торговцу спешу, в рюкзаке моем товар. Меня сегодня ожидает фантастический навар. Но дверь никто не открывает, заперта на засов. Неподалеку наблюдаю стаю бешеных псов. Уверен в победе, от собак отобьюсь, ведь это... Сталкер Блюз, вчера какой-то иностранец, истый джентльмен, пытался мне начистить морду в баре Сторинген. Не знал тогда еще бедняга, он связался с кем, поэтому ему теперь не избежать проблем. Всегда готов к поединку, после драки напьюсь, ведь это Сталкер Блюз. Так, короче, у нас тут такая хрень. Всем привет, с вами Доки Трэш, Всем привет, Доки Трэш, с вами Доки Трэш. И сегодня, короче, мы проходим Сталкер, Тени Чернобыля. И, короче, мы были уже у Сидоровича Пидоровича, забрали информацию с X-16, и, короче, идем, или X-17, не помню. Короче, мы идем сейчас дальше, прям в самую жопу мира. У нас, короче, вроде бы все нормально, бронька такая, так сказать, средняя, все хорошо. Мы, короче, идем в ебеня, неизвестно какие. Сейчас, короче, я перелистну этот момент, где мы уже будем там. Короче, вот как-то так. Мы пришли на одно из заданий, тут у нас, короче, какая-то жопа. Это второстепенное задание. Ой, ёб твою мать, подожди! Охренеть, пидор, ёб твою мать! У меня пушки нету. Я даже не сохранился, сука! Короче, на этот раз мы сохранились, и значит, у нас есть больше шансов. И где, блядь? Да убрал! Убрал! Дальше-то чё? А вот и бандюганы. Херачь их, пацаны! Сука! Ёб твою мать! Долбоёба, блядь! На этот раз шансов будет больше. Ну и где, блядь? Где вы, пидорасы, блядь? Вот и все. Да, короче, вот так. На этот раз мы будем действовать... Вообще, с особой жаркостью. И как дальше, блядь? Патронов все меньше. Этого все меньше, хотя нет, патронов нормально, но тем не менее. А, не те патроны взял, подожди. Артефактики, это самое святое. Ну, блядь. Так, сейчас мы вас уделаем.
Так, что у нас тут? Хлебушек, надо хлебушек спиздить. Все, нет? Однако не все, нет, ни хрена. Да блять, твою мать, подожди. Где ты? Все. Ну теперь-то все, нет? Вернуться за наградой. А кому вернуться? Да, вот. Подожди, кто это? Пленные. Надо еще пленного спиздить. Подожди. Тут у нас нет больших заданий. Есть только мелкие отметины. Че у нас там за секретики? Тут тоже нет заданий в основном. Они в основном вот здесь вот. На складах, на прочей хуете. И, короче, мы, в принципе, затащили. Сейчас перелистну тот момент, где мы уже всех, бля, всех уже отпиздили. Слышно, блядь, бандитов. Придется задержаться. И артефактов еще понасобирать. Все? А где... Ух ты ж охереть! Так еще двое, знаешь, еще где-то один стреляет сбоку, блядь, где-то. Так, а где еще один пидор? И, короче, мы завалили всех. Забрали водяры, забрали гранатки. Гранатки мы, по-моему, вообще за не раз, вообще ни раз не потратили за сегодня. За сегодняшний сюжет. Только приумножили богатство. В салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит. А потом сочувствует. Это да, чувак, которого я освободил. Типа, добряк, это свой, короче. Ладно, мы, короче, отправляемся на территорию... Как она называется? Бара. Или, наверное, проскочим мимо бара и сразу пойдем, короче, искать фамильное ружье. А там по пути встретим ученых. Короче, я смог пройти через эту херню. Там, короче, было очень много собак, они порвали мне жопу, но было норм, потому что мы, короче, перезагрузились и успели убежать от разрыва жопы и... Идем, короче, к нашему бармену дорогому. Я считаю, что нужно вообще закупиться все амуниции, которые только есть, и идти дальше. Проходи, не задерживай. Иди нахуй, потому что мы вне закона. Если кто помог. Ну что, дружище, ну что, меченый, принес документы из X-18? Да, вот они. Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов пуготворен. Это экспериментальный излучатель Кальмания. Его части как раз изготавливались в лаборатории X-18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X-16, куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Так оказывается, Янтарь — это озеро. Ёб твою мать. Ситуация непростая. Я не знал. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16,
чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Готов, ёпта! Так, по поводу задания. Все, короче, я выполнил, я получил денег. Текс, давай закупимся всем необходимым материалом. И я считаю... О, не, подожди, я нихера не считаю, я не умею вообще считать. Короче, сейчас мы закупимся всеми гранатами, всеми амуницами. Всей, короче, провизией, которой у нас нет, даже которой есть, мы закупимся. И тогда можно спокойно дальше проходить, проигрывать. Все заебись будет, так. Так, а военного, по-моему, у меня костюма не было. Ебать. А мы-то перегружены немножко. Придется жрать все, что у нас есть. Просто наворачивать, ёб твою мать. А, блядь, спрашивается, нахуя я все это закупил? Все. Тебе сюда нельзя. О, чувак, прости, подожди. Уничтожить лагерь кровососов. Нет, мы не будем его уничтожать, потому что иди нахер. Тебе сюда нельзя. Я бухой. Что в игре, что в реальности. В реальности не повезло, что я только водки не взял. В игре водкой нахуярился. Проходи, не задерживайся. Лядня. А, то есть камера, в принципе, просто повернута. Так мы ходим так же, как мы и ходили. Нормально все, подожди. Если я пьяный, так мне только так кажется, что я пьяный. На самом деле я трезвый в стеклышко, ёпта. Так, короче, смотрите, мы, короче, сейчас идем. На склад. Нет, подожди, это дикая территория. А, на дикой территории у нас вся эта хуйня происходить будет. Сейчас, короче, смотрите. Сейчас мы идем через базу долговцев, через ихнюю главную базу. Кстати. А ведь я же могу спокойно сейчас пройти к ихнему главному и взять задание. А поскольку мне нравятся долговцы, я могу вступить даже наверняка в ихние ряды. Да? Внимание! О! Тихо! Как так-то, ёпта? Подождите, я ж свой! Помоги мирным людям! Помоги мирным людям сдохнуть! Заебись! Так, короче... Мы находимся на территории долга, и эти сволочи нас не пропускали. Более того, они открыли по нам огонь и сразу просто на поражение. То есть я сдох просто моментально. Сейчас что будет? Так, стой, на территории базы долга, дорогие, нет. Чужакам там делать нечего. Почему вы не пускаете чужаков? Ты откуда вылез такой наивный? У нас война идет, понимаешь? С бандитами свободы. Регулярные стычки с ихними боевиками на дикой территории. Война с группировкой свободы? Почему? Потому что бандиты свободы нет места в зоне. Они должны быть уничтожены. Если тебе интересно, то спроси бармена. Он тебе все объяснит. Я слишком занят для этого. Почему он не пускает чужаков? Ты откуда вылез такой наивный? У нас война идет. Блять, иди ты нахуй, короче. То есть вы не хотите меня пропускать, да? А если я войду? Пиздец. Сашка, почему я не могу пройти? Я столько там сделал для долговцев, вообще для всех. Я там вообще главный персонаж, блядь. Почему я не должен быть главным на территории? Но хорошо оплачиваемых заданий. Охраняемая территория, ну и чё? Подходить в бар. Ладно, короче, это хрен с ним. Я люблю долговцев, но это я им припомню точно. Ладно, а у нас тут дальше дорога на территорию сверхзакрытую. Давайте, короче, найдем. Это у нас территория, короче, типа дикая. Сейчас там нас встретят наемники, это спойлер. А дальше я буду молчать. Все, давай, 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 скат-сцена. Сохранимся, потому что я вылез на территорию вообще не подконтрольную никому и без какой-либо брони. Я просто как лох. Без шума и пыли. Понял, сделаем. Мне это не нравится, на самом деле. В смысле они должны меня сделать? Так, ладно, а если мы возьмем бинокль? Мы хотя бы отметим этих говняков на карте.
Так, давай. Сейчас мы вас уделаем. Сейчас мы, короче, сейчас уделаем всех, кто находится внизу. Все, у нас все кончились практически. Что у вас происходит? Что за срыва? Меня слышно? Отвечай, мать твою! Что у вас происходит? Черт. Да, они тебе, чувак, не ответят, потому что они уже все, все пошли по пизде. А я, кстати, в костюме был наемника и убил наемников. Они даже не поняли то, что их убил другой чувак. Они могли, потому что убил наемник. Вот так вот, блядь, справляется со всеми проблемами обычные люди. Вот и все. Нету вашего вертолета. Сейчас вы и получите. Крыть правительство. Игра того времени очень сильно просто зашкалила своей вот этой херней из боевиков. Крысы, правительственные и все прочее. На самом деле, блять, что-то как-то в жизни не так происходит, ну ладно. Хлеб православный. Один мы все-таки оставим, на всякий случай. А, нахуй, мы его выбросим тоже. Так, сейчас мы, короче, должны найти артефактик. То есть не артефактик, а то, что нас попросили-то зайти. Там оружие вернуть и так далее. Как артефакт, все равно что. Сталкер, помоги! На нас напали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Помоги нам пробиться через засаду возле завода. Я тебе скинул координаты. Будь осторожней, волкодав с головорезами возле вертолета. Короче, ты, ученый болван, или отдаешь мне результаты, или уедешь отсюда в пластиковом мешке. Если вы нападете, я уничтожу информацию. Фиг вам, а не мои труды. Какие что страсти, мордасти? Ты же умный человек. Одна информация, иди на все четыре стороны. Если вы не хотите, чтобы я уничтожил результаты исследований, держитесь подальше. Долг против свободы, а с кем будешь ты? Монолиты, одиночки, о ком твои мечты? Наемники, бандиты или ренегат? Попадешься в руки им, вряд ли будешь рад. Храни меня, моя зона, я тебе помолюсь. Ведь это сталкер блюз, сталкер, сталкер блюз, сталкер, сталкер блюз, сталкер. Сталкер блюз, сталкер, сталкер блюз. Качается водка, я от этого злюсь, ведь это сталкер блюз.